Привет всем, доброе утро. Вот идем с детьми на ботанический сад. Утренняя пробежка, разминка, зарядка, потом пробежимся. Мама на работе, а мы с дома пешочком. Почему пешком идем? Потому что заодно размяться, прогреться, суставы. Сейчас туда дойдем, разминочку сделаем и потихоньку будем бегать. Вот у нас уже ботанический сад. Буквально один квартал. Начинаем занятие гимнастикой. Первое упражнение. До глубокие руки шире, не спешите. 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если же пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если же пока еще гимнастика. Не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными.